Еще одна покупка из интернет-магазина, которая мною была совершена, это пресс для изготовления картофеля фри. Ну, и для нарезания картофеля соломкой. У кого есть дети, те знают, что дети очень любят это блюдо. Вот. А покупать его во всяких там заведениях фастфуда, в общем-то, все знают шутку про ежегодную смену масла в фритюре. Праздник ежегодного. Ежегодный праздник, смена масла во фритюре. Вот. Так, ну вот такая вот штуковина. Значит, это не Китай. Это сделано в Австрии. Выглядит довольно надежно. Значит, имеет присоску. Сейчас посмотрим, как эта присоска работает. Так, ну-ка, еще. А, вот. Так. Ну, достаточно надежно. Я приготовил две картофелины, потому что здесь по инструкции две сетки. Значит, одна сетка уже вмонтирована, вторая вот находится отдельно вместе со своей насадкой для прожима. Так, заряжаем картофелину. Ну, надо сказать, очень достойная соломочка такая. Вот у меня папа, царство небесное, очень здорово жарил такую картошечку. Я ее в детстве любил. Ну, и для фритюра, в общем-то, надо сказать. Ну что, вручную ножом это резать замучишься. Так, теперь сменим насадку. Так. Значит, здесь вот такое вот, ага, так, поворотное устройство. Зацепление двухстороннее. Так, попробуем поставить. Теперь надо поменять саму сетку. Упс. Ага, так. Вот сетка вынимается. Это более крупная сетка. Поджимается. Ну, пока все. В общем, выглядит достаточно удобным. Так, зажимаем. Зажимаем. Держится. Пробуем более крупную. Странно. Может быть, надо на влажную поверхность. А ну-ка. Ну, как-то с присоской мне все это не очень нравится. А, вот. Так. Угу. Ну-ка. О. Так. Кубики более крупные получились. Сравним. Ну что ж, очень достойный агрегат, причем металл везде. То есть все так сделано надежно и удобно. И вот буквально за какую-то минуту картофель превращен в соломку. Мне понравилось. Если кому-то будет интересно, напишите в комментарии, я дам название. Потому что не хочу выступать рекламодателем, ой, рекламщиком, вернее, этой штуковины. Это просто мое бытовое наблюдение. Спасибо большое за внимание.